Prepare for battle. Так, ну что, народ, я вернулся в игру. Давайте посмотрим второй матч сегодняшнего дня. Опять-таки, по никнеймам пацаны играют вообще как себя хотят, как вот им хочется. Вот что за люди, вот постоянно меня это бесит. Ну, пабы, ладно, это уже дело такое. Напомню еще раз, это вечерний такой себе стримчик с Faceit League. Faceit Pro League, организованная Фаника и Лодой, где играют много-много топовых игроков. Ну и это вторая игра, которую мы сегодня с вами посмотрим. За Radiant, как мы видим, Крит играет на Скарас Маге. 1250 от него очей. На Queen of Pain играет у нас S4. Карл — это S4, мидер команды Secret. У S4, кстати, 1189 очей, немного. Майнац сыграет на Ancient Operation, у него 1152. Некромант будет играть нас на Spirit Breaker. Ну, сколько у него здесь никнейм. И No One сыграет на SF. Вот так вот. Против них Ванскор на Вичдокторе, Немфи на Шторм Спирите. Come With Me сыграет на Виспе. На Тини с ником XOX играет Артизи. И VX на Nyx Assassin — это Zai. Вот так вот, Zai и Артизи играют против S4. Майнац на Паришине. Ну, такая, сначала была у нас СНГшная такая интересная движуха. Ну, а сейчас движуха западноевропейская, американская, что ли, не знаю, как правильно вам сказать. Ну, вот такая вот себе просто интересная довольно движуха. Nyx Assassin от Заев сложно стоит против как раз-таки своего тиммейта, против Квапы на топе. Мы видим Ванскор на Вичдокторе вместе, собственно, с Тини Байертизи гоняет. Так, а в миде Немфи и Камвизми. Вот так вот. Немфи-то с Камвизми. Вы посмотрите, как Ноуана загоняет по тавр. Немфи до конца. Немфи очень больно. Сейчас Ноуану и до конца под виспом бежит Немфи. Ноуан на развороте. Будет ли какая-то попытка Кайлами отбиться? Ноуан мансует. Немфи и Камвизми здесь. Ну и это ФБ в исполнении Немфи. Ну, правда, здесь должен забирать два фрага Крит, если честно. Крит забирает КВМ. Ну, тут без шансов, конечно, было каких-либо для КВМ уйти. А вот Немфи отдается тавру. Ну, в итоге, вы знаете, это ФБ закончилось двумя смертями. Такое себе ФБ, сомнительное. Я себе кофеечку пока в паузе между матчами сделал. Чего и вас, чего и вам. Извините, совета. А вот вы посмотрите, слушайте, а S4-то здесь не умрет ли случайно? S4, вот это да. А вот это вот ошибка S4 серьезнейшую делает сейчас на Квапе. Это как это так? Ну, чувствовал, конечно, Nyx, что если сейчас будет на топе висп вовремя, если хорошо выжигать ману, то проблем, в принципе, не будет. Так оно и произошло на топе. Артизи хилит его ванскор, но не хватает этого хила. Минус Артизи. И в разные стороны разбегаемся. Вагамама тут тоже в апсах общается с ребятами. Кстати, Синг-Синг, по-моему, да? Да, это Синг-Синг. Это Синг-Синг как раз-таки общается с никнеймом NewbiePlayer2003 с Вагамамой. Denied.
о чем-то одно, а мы продолжаем наблюдать игру. Вообще 3-2 пока счет. Надо команды как назвать. Ну, наверное, будет команда S4, да, потому что самый известный игрок все-таки у Radiant это S4. Ну, Creed, My Nuts, Necromant, No One, конечно, сильны, а там будет команда Artizi. Artizi, Камбузми, Зай, Ванскор, так даже по никнейм. Хороший состав. Кстати, по очкам больше всего очков именно у Ванскора. У него 1214, это у команды Dire, да? А у Radiant, у Крита. У Крита 1252 очка. Тут проблемы, кстати, у нас... Ой, хорошо! Тони тосает у нас виспа и зарабатывает фраг. Это первый фраг для Artizi в этой игре. У Artizi... Один фраг, одна смерть, 22 на 4 крипстат. В принципе, Немфи уже догнал. Немфи очень активен тоже в начале игры, потому что вместе с Виспом они там бегали, вы помните, за Т2 Тавр на второй минуте делать ФБ. Так, пауза от Артура. Ну, ненадолго. Там, кстати, еще стартанула игра одна с нашими ребятами, с теми, которые мы смотрели. Там Травка, Дред, Бигнум и Ривз с Трона вместе играют против Эксмога, Демна, Томаша, Афонина и Нофира. Ну, наших мы уже посмотрели. Здесь поинтереснее будет, если честно, игра. Катя, так, ну вон, кстати, в миде, посмотрите. Немфи, Конкассив и Немфи без шансов. Да ладно, под сайленсом еще чуть не ушел. Но в итоге били его очень серьезно. Так, ну, понятно было то, что там шансов очень-очень мало. В самом начале, как только на него вылетели втроем. Все-таки СФ там в инвизе, даже и без СФа могли бы разбираться. Так, проблемы у Квапы. Квапа отпрыгивает. Но там сразу же будет пытаться у нас приговорить Энч Топоришна. Энч Топоришна ТП-аут. И ТП-аут он делает. Энч Топоришна делает простой ТП-аут. Ну вот Аквапа возвращается. Почему-то еще один тизер у нас от КВМ. Маны заливает. Он сейчас Заю. Минус мана. Тут же Зай отлично реагирует на то, что отпивается баночкой у нас С4. Вообще просто своего тиммейта гнобит у нас Зай. Не дает Густаву возможности жить. Ну все верно. Так, Ванскор на топе. Больно Ванскору. Ванскор без маны. Тини засыпает крита. Ванскор, конечно, погиб. Ой-ой-ой, Артизи тут получал еще очень серьезно. Артизи, Тос и Крит только сейчас погибает. Артур качает левел в нужный очень момент. На него разбегается у нас Боратрум, и это будет минус Артур. Нет, Тос, Артур, удар, Артур! Хо-хо! Вот это даблкил, конечно, от Артизи. До конца гейминг прям. То, что надо. Да, тут немного ребята, конечно, перегорели. Не надо вот так вот лететь на Тинника. Очень вовремя Артур там качнул левел. И, сами понимаете, навалил. Если бы он там не успел качнуть гроу, так я думаю, не хватило бы ему там дэмэджа убить. И Братрума, и Штапаришин, да, там Некромант немного с Майнатсом загнались. Да ладно, ой, смотрите, Зай своего друга нашел. Нет, говорит, нифига, пойду-ка я на Майнатса. Майнац. И вот так вот говорит Зай, привет, Майнац. Слушайте, а Никс-то в этой игре мне жутко нравится. У Никса-то уже тем временем имеется фраг и два ассиста. А Никс прям такой вот, бегаю, бью. То, что надо. Так, смотрим дальше, там Артизи. Артизи на топе, до Тавра добрался. Ну, у С4, 0-2 С4, делает ТП тоже на топ-вышку. Будет пытаться ее сейвить, здесь далековато забежал Артур. Ультимейт С4 не попадает ни по кому, КВМ, конечно, убивают. Тосик по С4 едва живой, но все-таки уходит отсюда. Проблемы огромные еще у Артура. Артур тоже погиб, С4 в итоге лоу ХП, убежал отсюда. Зай, минус один. Двоих копнул Зай, ну а теперь бежать. А теперь бежать, тут же Крит. Зай, Карапейс юзает, застанился Крит, стопит его, у Зая огромные траблы. Зай получает сайленс, тут же у нас No One, и это минус 3 в исполнении No One, Крита и тиммейтов. Слушайте, а неплохо.
Неплохо. Ну, для тех, кто только что подключился, напоминаю, что это такой понедельничный. Вот, Немфи тут что-то вообще какой-то наглый, да? Второй раз его вот так вот уже ловят, собственно, нас на Silence убивает. Для тех, кто только подключился, напоминаю, что это простой вечерний понедельничный матч на Faceit Pro Лиге. Лига, созданная Фаником и Лодой при поддержке Faceit вот совсем недавно для топ-игроков, личная лига, где играют не команды, где играют соло-игроки, играют там друг с другом и так далее. Ну и вот по итогам первого месяца лиги 10 тысяч евро будет разыграно между этими топовыми игроками. На данный момент у нас играется игра, простая рейтинговая игра. В одной команде играет Некроман, Майнат, Скрит, S4 и No One. А с другой стороны за Dire играет OneScore, Come With Me, Zai, Artizi и Nemphy. Так, Zai на топе, Крита неплохо, Крита так пробил, но проблема у Zai, потому что здесь-то их меньше. Карапейский узает Зай, и тут же S4 мстит. Немфи прибежал, цепляет у нас Апаришна. Здесь же Артизи вместе с Камбызми. Камбызми очень больно. Камбызми тосует Артизи у нас Баратрума. Баратрум погибает, но здесь уже рядом No One. И вместе с S4 они пытаются отогнать Артура. Артура заставили, S4 ждет, пока у него что-то откудавнится. Avalanche Toss, Артур! Артур просто красавчик. Артур делает трипл килл здесь в этой драке. Для него это уже... шестой фраг, ну пока Артизи, конечно, дает жара то, что надо. Камбызми злится немножечко, что его в драке все-таки слили. Как осуществляется подбор команд на лиге? Нет, ребят, команды рандомно распределяются в зависимости от рейтинга. То есть тут нет такого, тут есть, собственно, понятие такое, как челлендж, да, на лиге, то есть... Есть такая штука, как челлендж элементарный. То есть, например, имеется Дред условный и Артизи. То есть, и Дред челленджит Артизи. Так, полманы просто, пол хп. S4 с одного моноберна сгрызает Зай. Так вот, например, есть условный Дред, есть условный Артизи. Если Артизи челленджит Дреда, Дред ему отвечает, то в эту игру могут записываться люди. То есть, записывается, например, там 15 человек. А дальше ситуация как в школе. То есть капитаны по очереди пикают себе команду. То есть Дред пикает Дэнди, Артизи бегает там S4 и так далее, и так далее, и так далее. OneScore на топе ультимейт аппарата. По OneScore не попадает, потому что его Баратрум вытолкал отсюда. Ну и OneScore. OneScore дает станчик и уходит отсюда. Тини снизу на S4. Улетает Тини с виспом на топ. Будет пытаться убить здесь Баратрума. OneScore, Дезвард, OneScore! Да ладно, тут еще и Паришина получали. Паришина получал неплохо. Так, Come With Me вниз возвращается под ультимейт СФ. КВМ погибает. Ну боже, какой-то кипиш невероятный у нас получился. А на топе доминейтинг оформляет Артизи, который с блинком догоняет все-таки Анчита Паришина, делает даблкил. Так вот, это челлендж. Да, Карл это вроде, это не вроде S4, это именно S4. Да, Карл это S4. Это челлендж, вот я рассказывал вам про формат игры, то есть вот такой челлендж, где капитаны друг друга челленджат и набирают себе команды. Ну а есть простой паб, то есть простой гейм, простой Captain's Mode гейм, когда у нас начинается, стартуется игра, 10 человек в эту самую игру заходят, и система в зависимости от количества очков у этих игроков рандомно их разбрасывает на две команды и так далее. Зачем делать лиги от проигроков и для проигроков? Имеет смысл... делать лиги типа лиги Ксмайка, чтобы искать таланты новые. Мы так нашли Сумаила, Артизи. Нет, ребят, вот лига Ксмайка, да, ИХЛ, как она называется, да, американская, АХДЛ, она точно такая же, как Faceit. То есть суть этой лиги не только в том, чтобы... Суть лиги Ксмайка, АХДЛ, сейчас убьют No One, вот он, Артур, минус. Без шансов, конечно. Так вот, в миде там тем временем Макшон, но у нас продолжается. Немфи у нас убивает, который опять-таки на Silence встреет. Немфи очень плохо отыгрывает, если честно. Лига АХМайка, да, из которой появился Сумаил, из которой изначально появился Артизи, КВМ в миде погибает. Кстати, можно еще Артура убивать. Баратрум за ним до конца. Там OneScore получает полностью ультимейт Крита, тоже погиб. И здесь Артизи тоже в таверну. Крит делает даблкил. У нас есть байбек от Артура. Артур в атаку. Ловит у нас Баратрума. Будет ли еще тосик? Баратрум бежать. Но Баратрум просто отсюда уйдет. Да, тут ничего не светит, конечно, Артизи.
А, суть в том, что лига это... Что лига X-Mike, что лига вот Faceit, это не только для супер топ игроков, да. То есть туда, если кто-то из игроков знает кого-то молодого, боже, какое у нас рублище. Здесь Шторм возвращается в драку, Артур отпрыгнул отсюда, Шторм без маны, ну вот он камвезми помогает, Артизи затоснул дальше, собственно, отсюда у нас Карла, отличный ульт аппарата по двоим, но сам Паришин здесь погибает. Какой жуткий эсфорт, а. Спор уходит отсюда. А, то есть каждый игрок может кого-то порекомендовать. Кто-то появился. То есть вы понимаете, что AXDL лига это тоже не лига, где вот вдруг ниоткуда просто взял, рандомно появился Сумаил и начал всех бить. Точно так же, как, как здесь на Faceit есть низший дивизион лиги. Карл в миде, проблемы у Спора, Спор лопнулся просто. Ну, тупит немножко СФО. 19-19, кстати, Артизи сейчас может умереть. Артизи. Долго думает Зай, кого бы ему все-таки копнуть. Зай копает крита, и это минус крит. Тосик, минус крит. Прыгает Баратрум. Боже, как Кабызми вовремя Баратрум, огромные проблемы. Сейчас Апаришин убьет всех. Просто всех убьет этот Апаришин, не? Нет, никого он не убьет, мне немножко показалось. А на Faceit могут играть абсолютно все, ребят. То есть у Faceit есть несколько дивизионов этих лиг. И лучшие игроки, простые соло-игроки, каждый из этих лиг каждый месяц перебирается в лигу повыше. И точно так же можно попасть вот, собственно, в эту самую про-лигу, где играют и Артизи, и Дэнди, и Лода и все остальные, да. То есть вам никто не мешает, заходите там к ним на сайт и ищите, где... Как играть, то есть это... На сайт просто зайдите, загуглите, это вообще не проблема, как попасть в нижний дивизион, откуда можно отобраться в эту пролигу. Это абсолютно бесплатно и легко сделать. Артизи! Очередной фраг. Артизи уже штук 10 наклепал, наверное, 11-36 у Артура. На 16-й минуте игры у нас веселый такой Артур. Кто в тиме Ванскора? В тиме Ванскора такие неплохие ребята, как Артизи и Зай, а также вот он камвезми. И Немпи. Ой, проблемы у Артура. Артур, тосаут прям на Ванскора. Ванскор кастует до конца. Ванскор минус один, минус два. Ой, как хорошо-то на Ванскора здесь, конечно, бросили Квапу, Артур до конца за Ноуаном, Ноуан вокруг Тавра мансует, сейчас от кулдаунится Эвеланж Тос, вот он Эвеланж Тос, минус Ноуан, ульта аппарата залетает по КВМу, нет, даже не попадает, по-моему, а не попадает, КВМ тут лопнет, конечно, КВМ лопает, все остальные выживают, это минус 5 был от Артизи, тиммейтер и так далее. Есть ли русскоязычная информация по этой лиге? Нет, русскоязычной информации по этой лиге нет. Пойдите, получите лучше английский, ребят. Там ничего сложного нету абсолютно. Вы спрашиваете, кто такой Немфи? Немфи это игрок, это соло-мидер, игрок команды For Anchors, шведского коллектива, 4 якоря и морской капитан. Немфи играет за For Anchors. Я думаю, вы много матчей For Anchors смотрели и так далее. Так, камвызми, а репорт на базу себе с релокейтика возвращается. Все, кстати, пытается догнать у нас S4, Ванскор, Дезвард. Тут же у нас Немфи затягивает. Очень неплохо разрывает здесь S4. Конечно, конкассия взлетает в Немфи. Ой, какой хороший эваланж по двоим. Баратрум разбегается, конечно, на КВМ, но Баратрума здесь ни в коем случае нельзя отпускать. Будет еще Немфи, есть у нас Тосик КВМ. Проблемы огромные у Баратрума, ну и Баратрума тут никто, конечно, не отпустит. Некромант погибает и так далее. Влад, кто у тебя любимый персонаж в Ходсе? Мой любимый персонаж в Ходсе это Малфурион. Что со студоналом, когда ворветесь? Ребят, ворвемся из Бухареста, из лан-финалов Старладдера. Я надеюсь, уже в четверг вечером, может быть, мы ворвемся. Если у нас технически получится, мы ворвемся со студонала. Вот, пишет ТТР, рассказывает в чате. На Faceit играешь 3 калибровочные игры, чтобы тебя определили по рангу. Сыграв эти 3 игры, тебе продолжают играть на калиброванные лиги. Но вот так вот, все очень просто.
Хотите, играйте. Там Ванскор, конечно, погибнет сейчас. Ванскора наконец-то убили. Тут этот Ванскор бешеный. Но без шансов должно быть здесь еще и для КВМа. Да, КВМ тоже погибает. Остается Артур один. Артур уже Викид Сиг, даблкил. Артур, ну тут Незер Страйк, конечно. Ой, да, Незер Страйк. Минус Артур. О боже, КВМ вернулся. Это же надо, а тут Неэмфи, Неэмфи, КВМ, есть тизер, убивает Баратрума, Неэмфи до конца, здесь уже и Зай прибежал. Зай, надо затянуть как-то сейчас Эсфор под себя, и Эсфор сам приходит просто к Заю. Зай, Сайленс, это минус, отличная игра от Зая, Зай карапассирует еще Нолана. У Зая, кстати, внезапно там образовался Орхид. Слушайте, а Зай-то отлично отыграл на Никсе. То есть, ну, извините, что я уже говорю, отыграл, потому что, наверное, все-таки рановато, как бы, да, преимущество у команды Артура огромное, но еще не критичное, еще Таура надо бить, все ли приедут на Старладдер, или кто-то отказался опять, не, по-моему, все получили визы, я не уверен точно по поводу Vici Gaming, но, по-моему, точно... пишет, платная подписка на Faceit. Да, нет, по-моему, там нету платной. Ну, то есть, она возможна, но она же не обязательна. Хотя, может быть, и обязательно. Я понятия не имею. Ну, ребят, честно говорю, я не знаю, что у меня спрашиваете. Я знаю, что вот есть эта про-лига, и про нижние дивизионы я не знаю. Мне Faceit, не знаю, денег не платят за то, чтобы я им там что-то делал. То есть, если вы хотите поиграть, я всегда рекомендую играть не в соло-лиге, а играть в турниры разнообразные. Ой, какой дезвард здесь от Вани опять! Кастуется, СФ убили, у Крита огромные траблы, Крит тут тоже должен погибать. Вот он пытается спрятаться, но он погибает. То есть я всегда агитирую вас, чтобы вы играли не соло-лиги, а играли турнирные лиги, играли аматорки Старладдера, еще там что-то, еще там что-то, еще там что-то. А, то есть играйте лучше там. А играть можно ли там на Faceit бесплатно или нельзя, это уже не ко мне вопрос. Если нужно платить, это, конечно, плохо. Я тут вообще тогда... Мне это не нравится. Что скажешь про грузинскую доту? Да ничего я не знаю про грузинскую доту, если честно. Кто будет на Старладдере в аналитике? Будет НС, будет Смайл. Лост отказался. Приглашали мы Диму. Приглашали также Дреда, приглашали Соло. Все они либо не смогли, либо отказались. То есть будет Смайлых, Смайлуха, будет Энеска. Ну, буду я, будет Каспер, будет Рустам, будет Витя Гатхан. То есть в шестером мы для вас будем стараться сделать эти финалы Старладдера очень-очень веселыми. Надеюсь, вам понравится. Так, там. Вот он. Зай. Сайленс, ну Сайленс только нужно давать до того, как ты убиваешь человека, там Паришин, кстати, умрет, Зай пытается спрятаться, ничего у него здесь не получится, то есть Зай у нас такой суицидальный никс, вы смотрите, просто-напросто, байбек в атаку, Зай говорит, они мне надоели, эти пацаны. Вот так вот, вот так вот. Может, такие глупые вопросы, есть ли стата тех команд, которые вырвались из аматорки в старсерию, какой у них был среднекомандный ММР до и после, какой прогресс скилла. Боже, ребят, какой ММР, забейте, серьезно. Неужели еще кто-то считает, ой-ой-ой-ой, как тут разорвали С4. КВМ опять захейтили и убили. Ну, теперь за КВМ будет жестокая мстя. No one, за ним Никс. Есть сайленс на Никса. Никс. Никс пытается спрятаться и просто погибает после байбека. Но здесь минус Крит, а что, отпустят No one'а? Но он пытается уйти, нету Веспа, чтобы помочь как-то Артуру. Здесь же Ванскор, Артур, и Артур уходит, а Ванскора тупо кинули. Да, тут, конечно, на хайграунд забежали немножечко уже за... Загнались. Ну, Артур тоже должен погибать. No one, да ладно, Тосик. Ну и No one сейчас ультанет, и это минус. Артизи, трипл килл делает No one. Слушайте, а денег-то сейчас зарабатывает очень много... No one и его тиммейты. Там, кстати, оформляется уже новый довольно интересный матч. Будем, смотрите, 4300 экспы и почти 3000 голды. Тут оформили S4 и его тиммейты. Ну...
Да, там оформляет интересная игра еще одна. Пайкат, Акия, Райс, Убах, Скрин, Бульба, Ник, Вай, Секси, Бамбу. Ну, пока она еще не полная. Так, мидия, Нэмпи отлетает. Хорошо, что должен контроль быть от Нэмпи. Очень важно Никсу пережить. Да, Никс переживает всю движуху. Уходит отсюда у нас Баратрум. Эспорт тоже рядом. Вот сейчас, кстати, есть хороший шанс в этой игре немножечко отковыряться. Вот там у Эспорт появляется Сайленс. Появляется Лотару Эсэфа. Ну, Рошана, правда, сейчас заберет. Там, кстати, у Баратрума. У Баратрума тоже, да, есть Лотар. То есть Лотару Эсэфа, Лотару Баратрума. Сейчас будет Родофатос у Крита. Будет Орхид у Эсфо на Квапе. То есть более-менее. Вабгамама говорит, все. Дезолятор на Тине, это прям новая супермета. Я думаю, нет, на топе. Никс капнул Эспор, Эспор спрятался от него. Нэмфи влетает на Крита. Крита тут оставляет просто на съедение Тавару. Цепанули у нас еще и Баратрума убили. Ну, блин, вот непонятно, почему только-только команда Radiant отковырялась, как сразу же они начинают вот это вот какой-то непонятный экшен и так далее. Пишут Ибах правильно. Ребят, откуда вы знаете, что Ибах правильно? Ибах — это просто Иван. Его просто зовут Иван. Какой тут Ибах? Тут Ноуан, кстати, убил Тини. Но мы не забываем, что это Аегис. И пока команда потянется, Тини уже будет вместе с тиммейтами. Вот они. Напишите Иван, и вы все поймете. Этот самый Ибах. Мне больше нравится называть его Иваном. Да, пишет, у Мейсона было 4000. Да, Мейсон, кстати, топ-3 интернешнл взял, имеет 4200 ММР. На секундочку. Карл тосует подальше СФО. СФО в сайленсе. И тут Дезвар просто в голову. Это минус. Ванскор Дезвар по-прежнему держит. Нэмфи у нас отправится сейчас в таверну. Ну, тут бараки доносят пока ребята из команды Артурки. Попадали бараки. ГГ почему-то не пишут еще. Держится, держится, но вот. Ну, вообще легкая победа от Артизи. Я в первую очередь отмечаю даже не игру Артизи. Ну, Артизи 21-5, окей. Ну, Тинни с Дезолятором, да? Привет. Избивает. Я бы хотел отметить игру Зая. Да, какие-то там лишние байбеки — это фигня, но... Согласитесь, начало и мид игры он сделал. Очень неплохо так сделал. Ну, Нэмфи с команды Форенчерс немножечко подтупливал в какой-то момент, но в итоге подсобрался и подсобрался неплохо. Да, ГГ!